Готово. Отлично. На счет 3 перед тобой появляется тонкая копия кошки Эльза. 1, 2, 3. И Эльза стоит перед нами. Она здесь трясет лапой, мяукает. Привет, Эльза, мы пришли тебе помочь. Мы уже здесь все порталы закрыли, сущности выгнали. Сейчас почистим и тебя. Включая внутренний белосвет Эльзы 1, 2, 3. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все чужеродное выходит, остается 100% кошачьей энергии. Есть шар. Большой? Да, большой. Открываем под шаром воронку в галактическое ядро. И этот шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И даю команду. На 4 макушку головы Эльзы начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет ее, усиливает. Даем ей энергию кошачьей души. И поднимаем вибрации до комфортного состояния котика. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Эльза, как ты себя сейчас чувствуешь? Ничего больше не мешает тебе? Она хочет гармонию. Гармонию в квартире. Все кошки хотят гармонии в квартире, это верно. Ты имеешь в виду сейчас людей, которые живут в этой квартире? Да, ей не нравится неуверенность, страх, она его очень чувствует. Хорошо, это делает ее слабой. Мы передадим обязательно, это хозяйке. А еще есть у тебя какие-то желания? Может, тебе какой-то корм хочется или какие-то другие пожелания? Мы все можем передать. Нет, она хочет быть гармоничной среде, жить. Это дает ей внутреннюю силу. Это ей важно. Хорошо, я тебе просто хочу сказать, что мы не всех членов этой семьи почистили. Поэтому в этой семье еще присутствуют сейчас люди, в которых есть свои подселенцы. В этой квартире они больше выйти не смогут из человека. Но ты должна быть в курсе, что твоя хозяйка только на настоящий момент является абсолютно чистой. Она показывает, она крутится возле хозяйки. Отлично, хорошо. Трется об нее. Ну вот и хорошо. Значит, ты всем довольна, Эльза, да? Больше никаких пожеланий нет. Она не может приказывать душам чиститься, но я этого пока. Это большой прогресс плюс. Это чистка. Это прогресс чистка или что, не понял? Чистка. Она не может приказывать тому, кто живет у ней, другим душам почиститься, но то, конечно, что чистый дом, это да, большой прогресс для нее. Отлично, хорошо. В любом случае здесь порталов больше нет, сущности нет. Ты здесь являешься сейчас полноправной хозяйкой. Больше уже сюда никто не сможет войти. Вот это я тебе хотел передать. Будем возвращать тебя, Эльза, тогда назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Возвращаем тонкую копию кошки Эльзы в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Она синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Отлично.